Хей, йоу, гейс, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить одну игрушку. Быть человеком в этом мире – проклятие. Ух, мусончик. Отсутствие энергии маны в нашем теле обрекло нас. Мана – это то, что правит нашим миром. Это сила в чистом виде. Наш единственный выбор после рождения – стать рабами тех, кто владеет маной. Которые не так сильно отличаются от прошлой жизни затворников. Многих из нас убивают всякий раз, когда находят наши лагеря и деревни. Но в этот раз это было по-другому. Все было по-другому. Так, мышкам. Они пришли уничтожить, но в ту ночь не умер никто. Выбирали определительных людей и забирали их из семей. Вот тогда некоторые из нас решили нанести ответный удар. Да, сюжетик. И это Mana Spark, ребята. Да, это Mana Spark, которая вышла уже в полной версии. Версия 1.0.0.6. Как вы помните, у меня есть на канале два видео, вы можете их посмотреть. Это самое первое, да, типа бетка только Mana Spark, потом бетка после обновления и сама full версия на русском, да, здесь есть сюжет. Да, его более-менее так немного развили. Так, мне главное, чтобы все было... Лагерь Правора. Так, у меня есть разрывы, но не знаю, по идее не должно быть разрывов на видео. Посмотрим, что изменили. У нас есть сюжет, да? Ох ты что! Какие у него вороты, элементы, типа, знаете, вот это... Так, у нас ХП поменялось, теперь у нас какие-то шарики и добавились какие-то камешки непонятные. Так, есть NPC. Левей, я все еще думаю, что есть люди, которые могут присоединиться к нам. Дай мне больше рун, чтобы я мог привлечь их внимание в лесу. Вау! Найти одну рунку. Хорошо, мне нужно больше рун. Ага, это у нас, чтобы войти. Манать, вы поняли? У нас теперь есть NPC, у нас есть теперь немного... Так, а что у нас есть? Атрибутики. Теперь у нас есть в меню, в котором показывают что-то. Сохранить снимок какой-то. Атрибутики, это предмет... Оу, это реально действие. Вот нас такая только показывали, когда мы умирали. Бонусные карты. Столовая... Лагеря? Ничего себе. Ну, посмотрим, давайте. Загрузочка. Да, при загрузке немного есть фризы какие-то, но это не такое. Волчий лес. Опа, обновили немного карту. Она стала более функциональной, то есть... Более понятно, где проходы. Тогда были просто такие вот, как палочки, да? Просто либо зеленая, либо красная, и все. Карта стала более понятней. И это на самом деле хорошо, потому что тогда были проблемы в поисках, куда идти. Так, давайте вспоминать, у нас тогда на уровне были кабаны, а гоблины зеленые и волки. То есть три врага у нас только было. Воу, воу, воу. Какие-то паучки у нас есть. Хорошо. Так, закрыто, да? Значит, пойдемте в чащу. Блин. Если я не ошибаюсь, в таких локациях мы с вами в основном находили... Так, рычаг, хорошо, рычаг показан у нас на карте. Раньше на карте у нас показывался коричневым квадратиком. Так, ну, ворот, ну, такое, не знаю. Спорное, спорное, спорное. Так, и что, ни сундука, ни хера? Мы тогда на локации сразу находили сундук. Которую нам дают либо ХП, либо там, я помню, скорость атаки нам бывало выпадала. Не, подождите, урон поднимал немножко. Волчий лес 2. Хорошо, теперь у нас развилка. Вау. Мечники. Ну, эти рыцари. Ну, без щитов. Ой-ой-ой-ой. А это что? А.
Бичпак. Бесплатные еды в каждой комнате выхода. Теперь у нас вместо сундучков с вами, ребята, какие-то непонятные порталы. Вау! Кабаныч, ты чего? Нифига себе! Раньше он не так делал. Раньше вообще не так. Так, хорошо, у нас пополняшка теперь появляется над головой такая фигнюшка. Немного отработали мир. У нас теперь... Не, грибочки тоже были. Вот костерчик, да? Пауков добавили сюда, скелетов добавили. Как было бы то ни странно. Так, вот эту, да, я локацию помню. Тут у нас волки были. Вау, рунка-рунка упала. Посмотри, по воде все, видите, тоже есть. Все, что было такое, у нас осталось. Штяк. О, еда, здорово. А, это вот здесь у нас будет стол всегда с бесплатной едой. Так, у нас есть 3 монетки. По идее, здесь я покупал предметы за 1. Таинственная комната. Все ваши 1 руна сейчас спрятана здесь. Кто-нибудь должен пойти и принести их в лагерь как можно быстрее. Принять. А это что такое? Это типа жертвоприношение крови или как? Так, дает неуязвимость на 2 секунды. 5 монет стоит. Прикольненько, прикольненько. Так, 1 монетка для активации. Так, монстр. Получение... Так, уменьшает здоровье, но получает урон. Так, палец новая. Атакующие и ближайшие к вам враги атакуются. А, не, палец был у нас. Стрельба дополнительным снарядом. Больше шанс найти двойника. Вот это, скорее всего, возьму. Так как у нас хп не так уж и много. Стрельба дополнительных снарядов. 2 снаряда. Ай, блин, это ж теперь у меня поэтому. V-образный выстрел. Черт, вспомнил. Давайте попробуем, я сюда наступлю, я думаю. Мы приносим жертву, и нам дают монетку. Хорошо. Идемте дальше. Нужно полностью выжить из игры, что здесь есть. А босс, я помню, финальный, ну как финальный, именно беты, да, вот этой, как обвалившийся туннель. Большое место. Не, карта, конечно, здоровая сделали, немножко было бы поменьше, либо можно ее как-то сделать. Ой, гоблины. Блин, чувачки, а... не, зеленые покрасивее были, слушайте. Ой, людишки. Ничего себе. Так, здесь вот-вот, да-да-да. Баклажан. Баклажан увеличивает здоровье, шанс, что враги сбросят золото, когда сдохнут. Не пишут, да, у нас. А раньше писали, я вот не помню вот этот моментик. Отлично. И руну плюс нам сбросили. Блин, я думаю, чего тут не хватает? Воу-воу-воу. Что ты так... Манать. Раньше капкан... Ты мертвый, я знаю. Я мертв, да. Раньше ж продавали, если я не ошибаюсь, у нас... Выбросить. Да, выбросить. Раньше нам уже продавали на выборы капкан, либо сетка. Сеткой была имба просто против вот этих особенно. Пью! Кидаешь, замедление жестко. Ливей, я все еще думаю, что есть люди, которым... Так, да, у меня есть. Да, вот рунка. Я поищу добровольцев и вернусь как можно скорее. Короче, как я понял, это наш теперь главный лагерь, да, и здесь будет он собирать людишек. Ладно, давайте снова попробуем, все равно у нас время, как бы, есть. Ну что, хотя бы до босса дойти. Не, блин, гоблины, блин, раньше были зелененькие, красивые, они как бы залазили на кабанов, а сейчас как-то такого что-то нету. Так, у нас враги показаны на карте теперь. Так, ну я не уверен, показывала ли раньше. А, гоблины вообще изменились. О, битка. Раньше покрасивее были. Зеленые, а сейчас какие-то синие. Почему синие? Авторские права? Ну на что? Так, лады. Не, пока, ну как, более такой менее. Ну, они что-то слишком длинные атаки сделали этим. Врагам.
Тем же кабанам. Кабаны раньше просто бежали прямо. Вот скелеты нет. Вот скелеты молодцы, их не изменили. Они как атакуют там, где мы стоим, так и атакуют дальше. Так, раньше у нас что изменяли? Это паучков. Ой, деревья, древесина. Так, а, стой, я вспомнил, что здесь еще бывали, давали. Нам еще тогда давали камень. Камень давал нам доп. Урон. Или хп. А ну. Ботинки. Увеличивает скорость бега, повышает скорость атаки. А вот это вот хорошо. Это очень хорошо. Только мне сферы не дали ни одной рунки вот этой. Скорее всего, из главных боссов, либо с каким-то шансов из обычных. Ага, здесь нету жертвенной. Опять монетную же. Черт, ладно. Так, умножитель урона. Ну, зато 5 понижает здоровье. Умножение урона. Маленькая дистанция полета. Двойные стрелы. Ну, я возьму лесу, потому что там у нас в основном понижение здоровья, а здесь у нас враги относятся, ну, выносят по 2 хп. Будем об этом не забывать, да? На жирото, если б я баклажан нашел, либо бесплатно. В принципе, да. Так, ну, мне хотя бы быстрый бег. Так, давайте начнем вот отсюда. И против часовой. Это что? Алтарь какой-то, ладно. Обратно пути посмотрим. А, они просто очень... Воу-воу-воу! Слишком близко подходят. Не, немного как-то подлагивает, что ли. Ой, блин, две руны, я не хочу терять. Я хочу просто пойти попробовать вот эту фигню, туда встать. А мне кажется, что это как арены, знаете, это. Так, там у нас вода капает. Так, эти взрываются и пуляют шипы. Да, ладно, пускай там пока пуляют. Молот. Сильный отброс, увеличение урона. Давай, давай, взрывайся. Так, нужно немного как-то вот так стрелять, чтобы попасть. Мне нравится, мне нравится. Это ничего не ломается, да, у нас? Ай, блин, косые стрелы. Урны не ломаются, ладно. Урны у нас не ломаются. Так, мелкие. Вау, тихо-тихо-тихо. Что ты так спрятался? Так, скелет. Помню, у него щит ломается. А он сдох, ладно. Ну и так сойдет. Ну и так сойдет. Блин, я бы хп на самом-то деле. Блин. Давай, давай, давай. Готово. Нужно маневрировать. Так, хп нету, да, нигде? Вот это печально. А здесь у нас сохранялки не будет. Блин, а лол хп. Я с лол хп хожу, и до хера монет. Библиотека.
В смысле, больше комнаты нету? Раньше же было две комнаты. Так, и это уже с боссом, значит, да, у нас сейчас файт? Познание. Окей. В принципе, карта так сильно ничем не отличилась. А как я не попал? Давай, открывай глаза. Стреляй. Закрывай. Все. Как-то изи. Не, раньше это у нас получается одно подземелье. Понимаете, в чем фигня? Ну, сделали у боссов жизни тоже, как бы здесь более улучшили место. Да хера книг, конечно, такое. Воу. Блин, там кто-то пилит на улице. Я Сика, стражник-арбалетчик. Я так рада снова видеть человеческое лицо. Что случилось с тем гигантским глазным яблоком, которое превратило меня в статую? Победа за тобой? Спасибо большое. Лагерь? Конечно, я хочу присоединиться. Я почти уверен, что причина нападения и похищения здесь, в этом зловещном туннелях. Я вернусь в лагерь, о котором вы говорили. Увидимся. Новый персонаж открыт. Ясика. Вау, у нас теперь есть новые персы. Спасибо, что освободил меня. Новые персы, ребятки. Блин, тогда у нас еще перед боссом была комната. Сколько вот здесь мы один раз посетили комнату с шмоткой. И все. А тогда мы чисто в каждый раз, когда спускались вниз в подземелье. Вот каждый такой этаж. Вот, сейчас я, по идее, тоже должен был. Не, вот это сложечно будет. Потому что... А боливийские туннели. Видите, то есть босс был... Вот. Ну что это такое? Дайте мне хоть... Почему еда с них не падает? Где еда? Бля... О! Пипец там этих повыпадало! Боже, сделайте, как и раньше, бросать через каждую комнату вот это с бонусами. Что это? У меня только три предмета. Я тогда до... Блин, это... Раньше до босса у меня было 6 или 5 шмоток. А, да уж. Так, ладно, лагерь у нас есть. Ты кто? Фаиска. Приветствую. Приятно видеть, что кто-то работает над прояснением недавних событий. Буду рад помочь, как только избавлюсь от этого бардака. Вы хотите поменять своего текущего персонажа на Ясика, стражница арбалет? Давайте в следующей серии мы возьмем ее и еще один забег проведем. Я все еще думаю так. Нужно еще две руны. Блин, ну понимаешь, я не могу, я сдох. Но я сдох не по своей вине, потому что нету мяса. Какой шанс теперь выпадением мяса? Какой... Блин, вот... Через каждые две комнаты бы делали вот это хотя бы босса. Типа в лесу один босс, здесь один босс. Так, открывается? Да, можно все. Делается как раньше. Теперь сложечно все это провернуть. Вот эти более-менее заметны стали. Деньги. Так, ладно, одна руна есть. О, монетка. Блин. Я, честно, вот топор, думал, он пролетит дальше. Оказался нет. Он попал именно там, где я стоял последний момент, когда именно я стоял последний момент. То есть я отошел, он кинул туда топор, где, откуда я отошел, потом я вернулся на то же место, где я стоял ранее. Откуда я откуда отошел. Да, слишком запутанно. Так, это что у нас? Воу-воу-воу!
хера себе, там какая-то фигня. Так, вот это... Увеличение урона. Хорошо. Давай. Странное растение. О, я ваншотнул его. Я его просто ваншотнул. Так, у нас теперь две руны есть. Отлично. Тихо. Давай, три выстрела. Готово, хил. Отлично. До конца идем. Может, там будет сейчас сундук еще один. Да, он атакует, в принципе, потому что я ставил последний момент, либо он разгоняется. 9 монет у меня уже, ни хера себе. Кажись, я амулет куплю, бессмертие. А подождите, амулет бессмертия, он сколько, интересно, работает? А, тут уже новые враги, какие-то травяники. Какие-то живые кусты. Так. Ладно. Засовываем сразу свои эти камешки внутрь. Единственная комната. Положили. 5 монет. Да, так, нам нужен новый предмет. С некоторой помощью кузнец сможет выковать один из них. Ага, хорошо, у нас такая перезарядка идет. Увеличивает здоровье, шанс сбросить, когда нанес вам урон. Скорость. Повышает скорость атаки. Уменьшает урон. А, уменьшает урон, понижает здоровье. Ботинки. Урон у меня и так нормальный, поэтому я лучше возьму скорость, чтобы отбежать от врага. Мансуем. Блин, мне нужно больше на самом деле... Вот двойной хит. Это самое идеальное было. Либо нужно пронзающую. Ага, обратно не вернуться. Хорошо, побежали тогда сюда. Во-во-во! Тушим. Вес мне уже дали всего. Блин, зря я хп подобрал. Ладно. Так, я могу стрелять более-менее через стены. Как бы то странно не звучало. Ага, через блоки ты не можешь проходить, зато я могу через них стрелять. Ой-ой-ой, на какие ты расстояния разбегаешься. Мысли. Ну, открылось. Ай-яй-яй, промазал. Так, хорошо, у нас там токсины появляются. Давай, успеваю. Давай, еще выстрел. На токсины, я думаю, лучше не наступать. Тебе же хуже будет. Ладно, так, откроем. Так, а теперь вот мне нужно было хп. Тихо. Готово. Внизу. Блин, вот... Раньше я мог сетку себе купить, а теперь... А теперь не купишь. Вау! Тихо. ХП дай. ХП. Ножик. Атаку 2 вид урон, если вы стоите рядом с врагом. Нормально.
промазал. Минус. Давай, расстреливаем его. Так, все, он развех взял, он сдыхает. Курка. Раз, два. Вот. То есть такого расстояния тоже нам хватает. Отлично. Ага, у меня же еще бессмертие, точно нужно же не забывать. Могу я его проживать, когда был ФКшником? У меня дофига рун еще. Библиотека, поехали. У меня два предмета на улучшение урона. Но у меня один выстрел. Поехали. Мысли. Ты офигел? Вау, тихо. Слишком тебе много. Сейчас он выпустит их, откроет глаз. Блин, я не успел. В смысле я два раза по тебе не попал? Что это за фигня? Получай влас. На, влас. А, он ее ломает с помощью своего выстрела. Все отлично. На этот раз я хотя бы фулл хп. Кнопка у нас появляется после убийства. Окей. Так, и здесь уже никого у нас нету. Ладно, это последний, короче, закончим. Загрузка. Значит, следующая серия у нас с помощью арбалетчика будем играть. Будем искать инбу. Может, тут еще будут другие персонажи? Я еще видел на заставке там рыцаря. Рыцаря, ребята. А, я не попал, не попал. Фу! Раз, два. Так, хил оставляем здесь. Почему ты щит стреляешь? О, отлично. Две курицы. Воу-воу-воу! Отлично. То есть я могу и через щит, да, пуляю? Воу-воу-воу-воу! Нихера себе, это бои. Манадь, я не попадаю. Прекрати двигаться. Ладно, но он такой не сильный. Он быстрый. Воу-воу-воу, что-то новенькое. А, я понял. Ай-яй. Ну блин. Отлично, я потушил. Да ты надоел мне. Умри. Мано. Это на выбор, да? Давай этот. Скорость атаки, умножение урона, скорость атаки. Ага, это только один все-таки, хорошо. Ага.
Их ты больше пометаешь меня. Сбрасывай щит. Бока мне нужно. О. Так, а где урон? Ай-яй. Ай-яй-яй. Так, я могу книги читать здесь? Опа, еще новенькое что-то. Сейчас попробуем. Каев. Как будто и не отхилился. Ладно. Новая информация найдена. Запись журнала 209. Я потерял счет, сколько раз мне приходилось их оживлять. Они происходят с большими надеждами в сердце, но в итоге опять терпят поражение. Для них это слишком сложно. Я продолжаю менять и переставлять комнаты, но ведь это должно быть испытанием. Дорогой человек, если ты это читаешь, пожалуйста, приложи усилия. Эге. Вот так, значит, да, у нас? И все? Однако нет, еще есть. Новая информация найдена. Так, иметь молодого дракона в качестве собственной кузницы действительно очень удобно. Я не знал, что небольшое количество пищи им хватает так надолго. Люди потеряли опыт. И кабана время от времени кажется им вполне достаточно. Хорошо, у нас есть книги, которые можно читать. А, блин, вот я тупой. Знаете почему? У меня же этот был. Бока тебе, 4 выстрела. 4 выстрела. Нихера вас! Вы гоните? Че вас так там много? Вау, 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 тише, тише. Да хера вас. Отлично. Так, проклятый факел есть. Пиромант херов. Знаете, главное, вот этот значок, что над ними, это как в этом. Скажите, я вам скажу. В Айзеке такой же, только это Бримстоун. Ага, вы бесконечны, да, будете? Нужно их тут тушить их. О, я я могу пулять полностью через эти все коробки. Окей. Пол поджёгся. Так, если я не забываю, здесь можно скинуть будет нам сейчас камешки наши. Да? Ведь так? Таинственная комната, да. Отлично. Нужно, чтобы это все делалось очень быстро. Капкан, здорово. Наносит урон, либо бессмертие. Хотите сохранить игру и выйти в главное меню? Нет. Окей, поехали. Умножение урона. Снаряды наносят двойной урон после рикошета от стены. Бесплатная еда в каждой комнате. Можно купить, в принципе. Давайте я куплю. Блин, бессмертие? Либо ты, я не знаю. На 2 секунды. Ладно, капкан, я думаю, лучше будет для тактик. Так, и по идее, вот здесь должен у нас быть уже босс, вот этот, типа, знающий, и все. И игра, и альфа на этом заканчивалась. Здесь же у нас сделали сначала бой с этим. Так, обвалившиеся туннели, 3. Что ты хотя бы такое? Вау! Надеюсь, он застрял. Непонятная херь на самом деле.
Дай мне хп. Пец, я его пробиваю мало. Что мне делать с тобой? Хп можно? Увеличит скорость полета снарядов. Так, снижает урон. Палец возьмем. Так, у нас хорошо, уменьшение. А раньше у нас просто была линия. Хорошо, теперь мы можем сделать так. Медвежий капкан, да, у нас. Как тебе, а? Читерство моё. Не, я к тебе туда не пойду. Не-не-не, что вы жесткие? Не, что-то они рили как жесткие какие-то эти пауки. Так, оно, короче, летит до конца, отлично. Как-то более-менее, но я могу придумать что-нибудь с этим. Ох, черт. Ох, пронесло. Давай, давай, иди ко мне, иди. О, хп, спасибо. Только хватит ли мне этого? Хватит ли мне этого хп? Так, по идее, он должен был сдохнуть. Ой, ладно. Сделаем просто так. Так, я могу либо пойти в комнату, либо пойти дальше. Ладно, скелета ваншотит. Отлично. Скелетов у нас ваншотит. Давай сюда. А вот с паучками вот этими, какие-то они очень сильные. Это пипец, сколько усиленных атак нужно. Это необычно, это усиленные атаки. Замечу. Ко мне. Так, время уже, в принципе, 40. Ладно, в принципе, это как вступительная часть уже полноценной игры, поэтому... Так, нужно книги не забывать искать. Книжные полки. Пожалуйста, дайте мне этаж секретный вот этот. Тайную комнату, прошу. Я не хочу биться с боссом, у меня не фул хп. Пылающий потолок. Чувствую, мне нужно было бы здесь... Инвизность. Я подумал, что это вражеский. Бля. И что? А как мне его атаковать?
так? Вот так атаковать нужно? Ладно, босс легкий. Буду честен. Ой! Он атакует меня! Окей. Я думал, он только поджигает. Буду знать, что он сначала дышит три раза, два раза, и потом атакует. Не, когда он атакует, урона больше наносит. Ладно. Давайте, короче, на этом тогда закончим, я думаю. В лагере, да, и следующую серию продолжим уже с новым персонажем, с арбалетчиком, поэтому... Оп, тихо. А, нет. Ладно, давайте, короче, в следующей серии мы продолжим с этим вот этим всем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, и всем пока.